Народ, всем привет! Сегодня хорошая новость. Сегодня наконец-то получил я свою первую зарплату. Получил я чуть больше $100, там $103 и сколько-то там центов. Сейчас находимся с семьей, проехали Ростов на заправке, отдыхаем, немножко размяться вышли. Хочу всех вас поблагодарить. Спасибо вам большое, что вы смотрите меня, потому что раньше я полную дичь снимал, сейчас просто дичь. Отдельную благодарность я хочу сказать, выразить самому брательнику Виталику. Он смотрел меня с самого начала, вот когда я там показывал, там просто, я не знаю, без комментирования. Вот. Спасибо вам огромное. Буду стараться в дальнейшем как-то улучшать свои видео, так как мне много раз говорили, что руки золотые, а вот по поводу монтажа видео и по поводу разговора немножко у меня не клеится. Но надеюсь, что со временем будет все хорошо. Народ, спасибо вам большое, что вы смотрите. Давайте пару слов я еще скажу, как все это происходило по поводу выплаты. В январе у меня был сделан запрос на пин-код. Ждал я его почти 2 месяца. Первый месяц прошел, мне ни пин-кода никакого не приходило. Там можно повторно отправлять, только как проходит один месяц, всего можно три раза отправить. Месяц прошел, я повторно отправил через Google AdSense. И потом почти еще прошел месяц, и мне пришло 2 конверта с этим пин-кодом. Сначала один конверт с пин-кодом от Google AdSense, а потом через пару дней второй. Я ввел этот пин-код, вот, и у меня появились там первые деньги. Там вообще копейки. И получается, у меня, грубо говоря, это в феврале я ввел, и вот до лета вот у меня появились эти первые деньги. Потрачу, наверное, на какой-нибудь апгрейд, что связано. На камеру, конечно, не смогу купить. Может, материал на пару стоек или освещение какое-то. Может, какой-нибудь микрофон. Ну, что-нибудь куплю. Друзья, спасибо, что смотрите. И всем пока.